Привет всем, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это прослушка. На очереди у нас оказался EP Lights от Касла, участника объединения лейбла Hajime Records. Так что давайте заценим, 4 трека всего у нас, да? Альтернативный рок? Так. Ну, давайте заценим. Я что-то не думал, то что это его музыка. Ну, что-то напоминает, к сожалению. Ну, в принципе, годненько. Ну, я бы даже сказал, тут поп-рок, наверное. Ну, посмотрим, что нас ждет дальше. В принципе, я подобное слушаю. Очень красиво так, атмосферненько. 42. Слушайте, ну, пластинка, в общем, однозначно делает все, чтобы залететь ко мне в плейлист. Я уже начинаю влюбляться потихоньку. Прям классная музыка, побалдеть. Улететь куда-то вообще, знаете, вот это как будто другой мир какой-то. Задуматься о чем-нибудь. Красиво, красиво. Lights. Одноименная песня. Интересно, кем он вдохновлялся, какие у него любимые группы. Музыка напоминает Coldplay, есть такая группа, и, ну, мне кажется, он прям вдохновлялся ну, он слушает сам такую музыку, и поэтому вот представил в таком формате EP, и это очень даже круто. Может, он себя и ищет, но схожесть прям есть. Coldplay очень крутая группа, если не знаете, если вам зашел этот EP, зацените музыку их, такие заглушенные барабаны, не ярко выражены, спокойно все, тихо. Красиво. И это очень смелый такой ход, представить вот такую музыку, особо которая не заходит русскому слушателю. И это о многом на самом деле говорит, что, ну, вот этот молодой исполнитель, он не ради коммерции, он ради вот такой музыки, он ради творчества. За что однозначно плюс. И эту пластинку я себе добавляю. Ну и последний у нас тречок. Singularity. По-русски, да, сказал как-то? Singularity. Ну вот красиво же это. Такое долгое вступление или это просто мелодия в итоге красивая? Блин, кайф, если честно. Еще бы барабаны вылезли, ну, я имею в виду, развилась бы она как-то, ну вот она начинает насыщаться. Ну что ж, это была просто мелодия, очень красивая. Давайте я начну говорить уже о пластинке. Очень крутая работа. К сожалению, не все такое слушают, не всем это вкатит. Но респект однозначно парнишке, потому что продакшн Касл, все песни, собственно, сам написал, в общем, сделал то, что хотел сделать, и, ну, по-любому за это респект. Так что, я не знаю,
вы можете поддержать исполнителя прослушиваниями, репостами и так далее. Даже если вы, ну, не приняли, допустим, эту пластинку, все равно надо таких поддерживать музыкантов. Напоминает, конечно, музыку Coldplay, но я говорю то, что напоминает Coldplay, только потому что, ну, первое, то, что мне пришло в голову. Такой музыки, в принципе, полно, особенно за рубежом. У нас такого не так много, поэтому это очень круто. Ну, мне пластинка понравилась, я ее себе добавил и буду ее слушать. Довольно-таки атмосферно, красиво. Пишите вы в комментариях, как вам. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out!